Ну-ка. Готово к началу нового учебного года. Сколько детишек будет? 1878. С 1 по 10. Кроме слов благодарности в адрес всех служб, в адрес государства, от жителей мы не услышим. Читай, стой, Андрей. Здравствуйте, здравствуйте. Это, наверное, будет самый лучший у вас класс, да? Безусловно, очень лучший. Лучший класс. Самый-самый лучший. Спасибо большое, спасибо, Дима. Я так посмотрю, на тебя похоже солнышко это, да? Да, спасибо. Учащихся первых четвертых классов. Вот это варианты для там, бесплатно, да, за счет бюджета пытаются у нас. Это очень большое достижение. Быстрые, шустрые. Правильно, правильно. Когда-то да, это есть, если не в детстве. Безусловно. Нам уже. Так это все натурально. Глядишь на эту продукты. Булочку иногда, и так это глаз отводишь, чтобы не съесть. А так хочется. Да, такое так вкусное. Хочется. Красиво. Для детей это все красиво. И в наших белорусских парокомных томатах изготавливают. То, что тогда на парнях в студии, попросите мне сделать запись книги почетных гостей. Мы договорились, что наши детишки будут заниматься в школе 5 дней в неделю. Суббота – это никак не выходной день, особенно для коллектива школы. Это трудовое обучение и физическая подготовка, физкультура. Уберите лишние часы трудов из сетки учебных занятий и выносите их на субботу. Тогда детишки придут в обычной рабочей или спортивной одежде в субботу. Вы их научите строгать, пользоваться рубанками, фуганками, долотом, напильником. Покажете, что такое тиски, верстаки и так далее. Вы их научите жить. Вы их приспособите к жизни. Но про спорт я уже не говорю. Мы уже сегодня, сгорбившись почти все, ходим к 10 классу. Это разве нормально? Третье. Никуда не годные учебники. Слабые учебники. Новый министр мне пообещал, максимум к концу будущего года все учебные пособия будут приспособлены к современным требованиям. Без всяких излишеств. Особенно в вузах. Это, конечно, касается и нашей средней общеобразовательной школы. И это тяжелая задача, но она нам по силу. Мы должны сделать решительный шаг и вывести наше образование, сделав его не одним из самых лучших в мире, а самым лучшим. У нас для этого есть все. Воля, желание и, самое главное, есть специалисты, которые могут решить эту задачу.